Ашер бахар бану миколь амим, венатан лану эт турато. Барух ата Адунай, нотен хатура. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Сегодняшний недельный отрывок основывается на книге Второзакония, 3 глава с 23 по 26 стих. Книга Второзакония, 3 глава с 23 по 26 стих. Вейтханан эль Адунай баэт хаи лимор. Адунай Элохим, ата хилита лираот эт авдеха, эт годлеха, ואת ידיך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. עברנה וערה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, הער הטוב הזה והלבנון. ויתבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אליי, ויומר אדוני אליי, רב לך. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אמן. Я также зачитаю на русском языке. И молился я Господу в то время, говоря: Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои? И с могуществом таким, как Твое. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне: Господь, полно тебе впредь, не говори мне более об этом. Аминь. Мир вам, братья и сестры. Вся парашата Шивуа называется «Вейтханен и умолял». Мы сегодня с вами поговорим на тему «Стань ближним». «Стань ближним», и мы поговорим о качестве ближнего, мы поговорим о том, что именно характеризует ближнего человека, который становится ближним для других. И первое то, что, я верю, характеризует ближнего, когда ты становишься ближним человеком для другого, это то, что ты начинаешь поступать по отношению к другим так, как ты хотел, чтобы поступали к тебе. И вы знаете, к сожалению, как бы есть некоторые направления, которые изменяют эту заповедь и говорят: достаточно, чтобы ты не делал того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе другим. Этого как бы достаточно. Но еще в 7 главе, в 12 стихе Евангелия от Матфея говорит: ты поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Не просто не делай зла им, но твори добро по отношению к ним. Делай то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. И вы знаете, это то, что Моисей делал, как пример. Когда он заступается за народ, когда он заступается за то, чтобы Господь не уничтожил наш народ, и говорит: Господи, нет, да не будет так. И это было много раз, это было не один раз. Когда Иешуа заступается за блудницу, когда Иешуа, проходя, и когда уже, в принципе, вы знаете, человек, который становился мытарем, все от него отказывались, но он подходит и буквально протягивает руку мытарю и говорит: я хочу быть у тебя дома. Вы знаете, это те вещи, которые буквально являют милость окружающим людям нас. Все отказываются от этих людей, а мы стремимся, чтобы явить им любовь и милость, быть ближним для другого человека. Второе, то, что этот человек делает, когда он становится ближним для другого, он служит делом, буквально служит делом. Он не просто говорит. Очень часто переходят на демагогию, очень много говорят, но очень мало делают. Но он делает. Он в своей жизни поступает и старается. Не всегда все получается, но он старается что-то сделать для другого человека, который вокруг него. И Господь открывает нам проблемы близких нам людей, окружающих нас. И важно, чтобы мы откликались
на помощь этим людям. То есть он больше делает. И вторая часть, когда он делает, то он побеждает всякую обиду. Вы знаете, когда мы говорим о добром самарянине, то эти люди, самаряне, они были очень нелюбимы нашим народом. И если такой человек попадал в город еврейский, могли и камнями покидать в него. И он буквально побеждает ту обиду, побеждает то, что как бы неправильно к нему относятся, и он все равно помогает. Он являет эту любовь по отношению к другому человеку. Иешуа, он служил делом. Помните, когда приходят к нему ученики Иоанновы и спрашивают у него, Иоанн послал нас и говорит, ты ли тот? То Иешуа не говорит им, расскажите ему, что я проповедую. Какой я сильный проповедник, благословенный. Но он говорит, посмотрите, что делается вокруг меня. Слепые прозревают, глухие слышат. То есть он говорит, на дела мои посмотрите. Это то, что важно в жизни ближнего. Он больше делом действует в своей жизни. И последнее то, что делает ближний, это то, что здесь описано. Он платит очень большую цену. Платит цену за то, что он хочет быть ближним для другого человека. Вы знаете, здесь, когда, я помню, в числах, когда мы читали о Моисее, то там описывается случай с Кореем. Помните этот случай, когда он восстал против него? И когда Господь поразил Корея и поразил 255 человек, которые были вместе с ним, на следующий день после этого народ восстает против Моисея и говорит, как это так, вы поразили народ Божий? То есть что это вы сделали? И Моисей, он падает ниц перед Господом, он идет к скинии и молит Бога за этот народ. Он не озлобляется против него, хотя Господь говорит, дай мне, я сейчас уничтожу этот народ. Но он молится за этот народ. И вы знаете, здесь Моисей, он буквально вот праведник всегда страдает за неправедных. Он платит очень большую цену. Он не входит в землю обетованную из-за народа. Хотя, в принципе, мог бы уже много раз отказаться от него. И уже произвел бы Господь через него новый народ. Но он платит цену, что он не заходит в землю обетованную. И это великая цена за наш народ. Иешуа, он тоже заплатил великую цену за каждого из нас. Он умер за нас. И праведник, он действительно платит большую цену, когда он становится ближним для других людей. И это тоже, что он должен знать и брать во внимание, то, что придется заплатить великую цену. Да благословит нас Господь, чтобы мы могли быть как Моисей, как Иешуа, быть ближними для других людей, которые окружают нас. В трудный момент быть вместе с ними, в радости быть вместе с ними и во всем являть им нашего Господа Иешуа Мессию. Да благословит нас Господь. Аминь. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. Баруха та Адунай, Элоэйну Мелех Аулам, Ашер Натан Лану Турат Эмет, Вехаи Улям Ната Бетухейну, Баруха та Адунай, Нотен Хатура. Амен.